Колоссальную нагрузку испытывают в эти дни поликлиники Югры. К примеру, в Нижневартовске количество детей с подтвержденным коронавирусом за последнюю неделю увеличилось в 2,5 раза. Такая статистика приводится на сайте местной администрации. Подчеркивается, что перевод систем общего и дополнительного образования на дистант, приостановление тренировочного процесса в спортивных организациях должны дать положительный эффект, как и другие ограничительные меры. Сейчас в Нижневартовске разобщены порядка 50 групп в детских садах. Горожанам напоминают о необходимости соблюдения всех противоэпидемических мер.